очень хорошо. Владимир, я не люблю это слово «идеальное», потому что оно очень вызывает много pressure, давления, да, и нам становится некомфортно и неуютно. Но у вас сегодня идеальное время. 6 минут 27 секунд. Идеальная золотая середина. Поздравляю. Светлана, надеюсь, вы с нами? Да, отлично. Тоже шикарное время. Я чуть-чуть поправила Toastmasters, убрала 30 секунд на вот эти технические сбои или информация о том, слышно или нет. Поэтому и то, даже с учетом вот этого времени, вы все равно уложитесь четко вовремя. Спасибо. Наташа, как только ты увидела мой предупреждающий знак, ты тут же свела свою мысль, закруглила ее и завершила свою речь. Потрясающе, спасибо тебе большое, но чуть-чуть произошел лимит, был превышен на 13 секунд. И Евгения, я бы посоветовала потренироваться, может быть, порепетировать, заложить изначально в свои речи немного времени на такие ситуации, когда вы немножко некомфортно себя ощущаете на сцене. Или происходит что-то подобное, и вам надо немножко прерваться, буквально 5-7 секунд, условно говоря. Я бы на вашем месте заложила бы то время, на которое вы сегодня превысили свою речь, на 36 секунд. Просто для того, чтобы это время было. Даже если вы не уложитесь, ну, в смысле, не пройдут, вы пишетесь в золотую середину.